Привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же и где найти музыку без авторских прав. Ну вот, давайте же начнем, пожалуй, с того, для чего это нужно. Если вы какой-либо блогер, или вы что-либо записываете, или летсплейщик, и вы хотите вставить какую-то музыку, вы должны рассчитывать на то, что если вы хотите, чтобы была монетизация вашего видео за счет просмотров, а не за счет покупки там рекламы и тому подобное, вам нужно подбирать правильную музыку, чтобы вас не забанили за авторские права. Что это такое? Вы можете найти любой трек. Я здесь нашел в Shazam вот исполнителя вот этого. И сейчас мы проведем здесь поиск. Вот есть такая вот строка использования музыки по условиям авторских прав. Здесь выбираем нашу графу, вставляем, жмем вход, то есть готово, и сейчас будет идти поиск. Если эту песенку найдет наш ютубчик, то видите, ничего не найдено, фанатеку, то есть можно использовать этот трек и вас не забанят. Если же использовать какой-то другой трек, там я не знаю, сейчас Linkin Park у нас используется или нет. Сейчас, например, Linkin Park. In the End, допустим, будет. Тэш, что ты делаешь? In the End. Ну, были авторские права, принадлежали, конечно. Ну вот, пожалуйста, много каких песен Linkin Park, In the End и тому подобное. Вот это принадлежат авторским правам. Если вы вбиваете текст, только вбивайте правильно, чтобы не было никаких ошибок, чтобы вы не ошиблись. И тогда вы не обнаружитесь с Ютубом и можете спокойно пользоваться этим приложением. То есть тут ничего сложного нет. Проявите немножко смекалочки, и у вас все получится прекрасно. То есть запомнили, да? Вам нужно будет зайти в ютубчик, то есть вы зайдете к себе на канал «Творческая студия», опуститесь ниже, нажмете «Создать» и выбирайте «Условия использования музыки», и тогда у вас все получится. Все пошагово я в описании оставлю. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и также подписываться на мои соцсети, которые будут закреплены ниже в комментарии под видео. Всем пока!